К другим темам. Она не мечтает стать космонавтом, телеведущей или олимпийской чемпионкой. Желания, которые загадывает 11-летняя Маша из Новосибирска, значительно отличаются от ее ровесников, как и она сама. Девочка родилась с генетическим заболеванием, и сегодня ей нужна наша помощь. Вот, Маша. 132. Давно не измерялась ты здесь, да? Заметки на обоях в этом доме – явление повсеместное. Родители не ругают, радуются. Каждая новая черточки. Маше при рождении поставили несколько диагнозов. Самый тяжелый – синдром низкорослости, генетическая аномалия. Сейчас девочке почти 12, и она заметно ниже сверстников. Все органы задеты, неравномерно развиваются в связи с тем, что хромосомы не хватает и дисбаланс в организме. По речевому аппарату были проблемы, несколько операций, со слухом также. Речь восстановилась и инвалидность сняли, но лекарства нам бесплатно давать перестали. Улыбчивая, любознательная, рассудительная и скромная. Маша спокойно рассказывает о болезни и о том, как ставит себе уколы в ножку каждый вечер перед сном. Мечта у тебя есть? Да, есть. Какая? Это хорошо слышать и хорошо говорить. Потому что если моя мечта будет вырасти, то уже скоро закончится. Нормально развиваться Маше помогает гормон роста – нордитропин. Его назначают детям только до 13 лет. Маш, ну-ка, давай-ка я тебя измерю, сколько ты сегодня у нас. Вот. Смотри, оставляю свою пометку, буква «В», это значит «вести». Потом придем, проверим, насколько ты еще выросла. За 2,5 года, благодаря препарату, Маша выросла на 20 сантиметров. Говорит, для нее это большая победа. Вот остался у нас запас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что это на 2, 7? Ох, на месяц. Лечение необходимо продолжить, иначе Маша перестанет расти. Нужно более 300 тысяч рублей. Столько стоит годовой курс. Если вы готовы помочь, отправьте смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. И с каждым из них девочка ближе к своей мечте. До скольки планируешь вырасти? До 150. Или до 140. 150 – хороший рост. Светлана Тисон, Роман Шулик, «Вести Новосибирск».